Всем привет, с вами Наташа Беларуси, я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я к вам опять с новинками на белорусском рынке. Сегодня я покажу и познакомлю вас с новой расширенной линейкой матовых помад Pinup Ultra Matte от компании Lux Visage. Вышло новых 12 оттенков, которые я покажу вам сейчас все. Я покажу вам все их на своих губах, я покажу вам свотчи, опишу каждый оттенок для того, чтобы каждый из вас смог определиться и понять, тот ли цвет, который вы давно себе хотели приобрести, если вы покупаете через интернет-магазин, мог определиться, какой оттенок нужен конкретно вам. Также я расскажу вам о качестве этих помад, что изменилось и изменилось ли вообще. Для начала, наверное, давайте и поговорим о качестве этих помад 12 оттенков. Наверное, вы помните, что летом уже выходила новая расширенная линейка, теперь их до 40 номера. И, девчонки, мне кажется, что вот реально теперь из 40 оттенков выберет даже прям искушенная бьюти-маньячка тот цвет, который подойдет конкретно ей, тот цвет, который искала именно она. По крайней мере, я в этих 12 оттенках новых нашла как минимум 3 цвета, которые я очень давно ждала среди белорусского сегмента. Один из них, вот этот вот красный 30 номер, девчонки, это идеальный красный, который не будет желтить ваши зубы, который подойдет абсолютно всем. Это насыщенный кроваво-красный оттенок. Я теперь больше не буду тратиться на Нубу Мелимбачи 7 оттенок, потому что это ее бюджетный аналог, однозначно очень крутой цвет. В общем, о качестве. Наверное, вы все помните, что летом уже выходила новая расширенная линейка, и тогда изменилась формула. По-моему, тогда тоже было 12 оттенков, и тогда изменилась формула. Что изменилось в формуле? Это именно такая измененная формула, которая вышла ребрендинг этим летом. Что изменилось? Помада стала более пигментированная, она стала чуть более жидкая, раньше она была более муссовая, но она осталась муссовая, да, это что-то более жидко-муссовая текстура, за счет чего она стала более стойкая, но осталась настолько комфортной и бархатной, знаете, на ваших губах, которая не пересушивает, не западает в складочки. Эта помада не такая стойкая, как вот эти вот жидкие помады, допустим, от Lime Crime, она не застывает в железобетонную массу на ваших губах, нет, но зато эта помада в разы, поверьте мне, девчонки, она в разы более комфортная, чем вот эти вот матовые помады, которые застывают. На мне сейчас, кстати, 39 оттенок. Он, кстати, тоже мой фаворит. Смотрите, вот чуть-чуть она отпечатывается, за счет чего она выглядит на губах, она матовая, но за счет чего она остается действительно комфортной на ваших губах. Если вы не переносите супер матовые помады, которые вообще не отпечатываются и стираются только вечером, да, там гидрофильным маслом вашей ванной, вот таким вот остервенением, трением с ваших губ, то вот эта вот помада однозначно вам понравится и подойдет. Давайте я буду сейчас вам показывать все свотчи, описывать каждый оттенок на своих губах, и вы для себя точно сможете выбрать те цвета, которые нужны конкретно вам. Девчонки, 29 номер – это тот оттенок, который принято называть алым, насыщенный алый цвет. Аля, не зевай, ты должна выглядеть красиво. В кадре. Ага, легла на плечико, спадки дальше. Тот цвет, который принято называть алым, насыщенный яркий оттенок, не полосит, наносится ярко, пигментированно с первого нанесения, четкая и ровная линия контура без какого-либо карандаша. Тридцатый номер мой однозначный фаворит. Если бы мне сказали выбрать один оттенок из 12, я бы 100% выбрала именно этот цвет. Это идеальный, насыщенный, кроваво-красный оттенок. Тридцать первый номер – это очень красивый, правильный, насыщенный оттенок марсала, как его принято называть, или, проще говоря, бордо.
Девчонки, 32 номер. Это очень сложный шоколадный оттенок. Мне даже сложно описать именно этот цвет. Он шоколадный с легким добавлением, мне даже кажется, и фиолетового, и красного пигмента в свой состав. Невероятно красивый цвет. Сами видели, как он хорошо и мягко наносится, не полосит и очень круто лежит на губах. 33 номер – это теплый коричнево-бордовый насыщенный цвет. Тридцать пятый номер – это уже такой более яркий персиково-розовый тон. И вот этот вот оттенок мне понравился в нанесении чуть меньше, чем все предыдущие. Он слегка полосит, и с ним, знаете, надо так работать легкими прибивающими движениями для того, чтобы он лежал идеально. 36 номера не возникло никаких сложностей, и это легкий приглушенный розовый оттенок. 37 номер – это ореховый бежево-коричневый нюд, и этот цвет чуть-чуть более темнее моего любимого 39-го. 38-й – это уже теплый коричнево-бежевый оттенок с легким кирпичным подтоном. 39-й номер, девчонки, это нейтральный бежево-коричневый нюд, который подойдет абсолютно всем. 40-й оттенок, это однозначно один из моих фаворитов, это холодный пыльно-розовый оттенок с легким-легким лиловым подтоном, очень трендовый и очень круто смотрится и классно наносится. Знаете что, девчонки, меня еще немножко удивило, то что, протестировав все 12 оттенков, я поняла, что в этих помадах отличаются аппликаторы. Где-то вот, допустим, как в 40-м номере, аппликатор супер мягкий и он мягко и легко наносит помаду, а где-то аппликаторы были жесткие, и они даже слегка мне драли и царапали губы. Я не знаю, с чем это связано, но это однозначно есть, и это факт, поэтому старайтесь себе выбирать, хотя как здесь выбрать, да, здесь уже как вам повезет, чтобы аппликатор был в них мягкий. 39-й, девчонки, оценили новые цвета помад Pinup от Luxe Visage? Обязательно напишите мне сейчас внизу комментарий, какие цвета понравились конкретно вам и какой бы из них приобрели вы себе. Для меня, допустим, однозначными фаворитами стали три вот эти вот малышки. Первый — это номер 30, о котором я вам рассказывала в начале видео. Это идеальный красный, который я давно искала. Следующие оттенки — это 39 и 40. 39-й — тот цвет, который сейчас на мне, очень приятный, нейтрально,
с легкой, наверное, с капелькой теплинки нюдовый цвет, и 40-й это идеальный пыльно-розовый оттенок, точно так же цвет, который подойдет, я думаю, абсолютно всем. Такие цвета, вот номер 40, это те оттенки, которые раскрываются на каждом цветотипе кожи, раскрываются по-своему и по-разному, поэтому эти цвета чаще всего подходят абсолютно всем. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно поставьте класс, напишите любой ваш комментарий. Всем спасибо, пока-пока!